Всем привет! Надеюсь, меня видно и слышно. И вы зарядились энергетикой такой, которая проходит наши такие вот различные классные конференции от компании Oriflame. И сегодня у вас как раз-таки будет рецепт, как поехать на международные конференции. Я вам расскажу. Опять же таки, кто-то услышит, кто-то не услышит, но у нас доказано, что есть герои, которые просто берут и это и делают. Хочу попросить прощения за мой голос. У меня планерки за планерками, работаем активно, поела холодненького арбузика, ну и как следствие горлышко или кашель. Это наша директорская команда, и я очень рада, что у нас появилось еще две открытых квалификации: Большакова Лилия и Журенкова Татьяна, и это мега-звезды, которые уже на третьем шаге стартовой программы открыли квалификации директоров. С чего я начну? Это новый слайд такой, вы его впервые видите, это факты гордости. Я буду выступать на Кипре и в Сочи как спикер, поэтому мне попросили рассказать о наших фактах гордости нашей команды. Оказывается, за прошлый год мы заработали командой, доход команды 16,5 миллионов рублей. За год у нас прошло 500 в среднем общих командных вебинаров, 40 партнеров посетили московские мероприятия Oriflame, банкет и мегафорум, 20 партнеров квалифицировались на менеджерскую конференцию в Сочи. Наша команда входит в топ-17 России, топ-27 СНГ и топ-115 мира. За год по 11 каталог, да, мы приросли с вами на 23%, 92% рост менеджерского состава за этот, за 15 год, а за к банкету директоров у нас было плюс 50% рост директорского состава. Вдумайтесь только, за 2015 год 365 тысяч баллов или более 10,5 миллионов рублей мы приобрели продукцию Wellness. За полгода уже у нас 215 баллов, да, и, соответственно, коэффициент тут умножается. Благодаря нашим девочкам мы являемся победителями лучшего Wellness-рецепта в контрольной закупке. И два лидера открыли квалификацию директора на третьем шаге стартовой программы в этом году. И вы об этих звездочках у нас услышите. Итак, конечно же, главный рецепт успеха, главный рост, да, это ежедневное рекрутирование. Если нет рекрутинга, нет новых званий. Поэтому, если вы хотите активный рост, то запомните самый главный секрет роста. Это ежедневно рекрутировать, минимум 2-3 часа в день. Чем больше вы рекрутируете, тем больше вы получаете опыт. И, соответственно, вы получаете свои результаты в виде новых званий. Я поздравляю топ-3 команды. Это команда Екатерины Ганюк. 16 человек разместили заказы, 38 новичков, 16 разместили заказы. Это команда Екатерины Филипповой. 27 регистраций, 23 человека разместили заказы. И команда Журенкова Татьяна или Большакова. В принципе, сейчас эта команда уже самостоятельная. У них 57 регистраций и 30 человек разместили заказы. Поздравляю все команды. Вы также можете видеть фамилии в скобочках, номера команд. Я беру 12 директорских групп, и в каждой веточке еще есть уже новые лидерские директорские команды. Итак, компания, как всегда, простите, это был комарик. Вот я так хлопнула, он у меня очень долго мелькал. Вот. Итак, на чем же я? Когда в команду приходят новички, они участвуют в стартовой программе. Как спонсор вы можете до 12 каталога еще собрать разное количество подарков. У нас есть акция рекрутинговая для всех тех, кто разместил заказы на 50 баллов. У нас есть цены в отпуске, и уже мы плачем, потому что за 30 минут во всех филиалах раскупились буквально чайники. У нас очень много акций с различными распродажами, 60% скидками и, конечно же, большой фокус на серии по уходу за лицом. За 5 минут, вот у нас 30 минут писали. Я получила свой только что заказик и, к сожалению, да, я здесь уже ничего не заказывала, я хотела
Думаю, ладно, чайника нет, ну и ладно, как-то остальные пропустила, потому что туалетные водички мне, например, My Naked Truth нравилась, туалетная вода, ну ладно, думаю. В принципе, у меня уже и так всего, думаю, хватает, не буду делать заказик. И быстренько расскажу о своем заказике. Что я сделала? Во-первых, я заказала туалетную водичку, вот такая вот называется Вентура. Очень интересный запах. Мне, знаете, вот хороший такой, хороший запах, и тем более за такую стоимость по распродаже, по отличной скидке, новинка по отличной скидке, замечательно. Меня, знаете, порадовало, сначала я немножечко побоялась не угадать с оттенками, это корректор. Первые два оттенка идут кремовые, и я их уже попробовала нанести под глаза. Отлично маскирует, классно, не делает морщинки. Вообще из 10 ставлю 10 баллов. Пока только начинаю пробовать, но меня очень-очень радует. И оттенок, это, по-моему, средний, очень был хорош. Из новинок также я не могла пройти мимо двух вот этих вот средств. О них потом позже расскажу. Это умывашка для глаз и скраб. Также не могла обойтись без лака. Вот у меня вот этот вот любимый лак, бронза, золотая бронза или какая-то античная бронза. Поэтому ограниченный был выпуск. Я купила себе еще один. Вот такой вот спонжик коньяку. Ну и куча-куча wellness. Здесь wellness есть. Вот такое вот, знаете, наверное, жидкое мыло для мужа, шампунь. Мылка и полный комплект wellness. Не буду сейчас дотягиваться. Wellness у нас идет. А, это wellness супчик. Я с 50% скидкой заказала. Ну, в принципе, здесь 230 коньяку. Это, узнаете, да? Это спонжик, да, из такой травки интересной. У нас проходит с вами очень много вебинаров. И сейчас упор компании это делает на правильное питание, на здоровый образ жизни, и каждый день у нас всероссийский wellness-завтрак, либо в командный чат я скидываю всегда информацию. Также я скидываю всегда информацию о других вебинарах, которых проводит компания Oriflame. Поэтому смотрите расписание вебинаров, там есть ссылочки, ну, у нас есть закрытые с вами вебинарчики. В нашу команду пришло много новичков, и здесь вы видите представителей от не всех команд, те команды, которые лидеры, которые подали заявки. От каждой команды есть лучший новичок. Например, вы видите, да, последний топ-5 результатов в команде Полуэктова Елены из команды 12 Асачи Оксана 167 баллов, в команде Герман Галины Веренина Лина 170 баллов, Журенкова в команде Журенкова Султанова Лиана 200 баллов, в команде Сологубовой Кристины Сергеев Кирилл 232 балла и в команде Зои Никитиной супруг Никитин Александр 410 баллов. Зоя Никитина уже одна из, скажем так, сторожил нашего проекта, основателей нашего проекта. Вот. И, естественно, вся ее семья, четверо внуков и муж, все они давным-давно уже пользуются продукцией Oriflame. Очень рада, что Зоя подключилась его супругой, соответственно, все заказы, но они все тоже также на Wellness, поэтому я думаю, что легко было сделать такой заказик. Кроме того, вся родня пользуется продукцией компании Oriflame. Вот, и, как говорила Зоя, она практически не занимается продажами, ну, вот это как бы семейные заказики. Ну, и, соответственно, да, опять же таки, наш бизнес строится из потреблений, дисконтов потребителей, которые приходят в компанию. И чем больше людей вы приглашаете, создается товарооборот. Чем выше товарооборот, тем выше идет скидка. Это лучшее предложение, которое делает компания на рынке из различных сетевых компаний. Это очень высокий уровень, как качество, гарантированные всегда выплаты. Компания делает потрясающие акции, и, соответственно, это великолепные акции. Если взять международные конференции, это невероятно высокий уровень стран. И вот сейчас, как я говорила, что компания Oriflame, есть такие уникальные продукты, которые нет нигде, как, например, линейка Wellness.
И официальная статистика, что 5, каждый, раньше было каждые 5 секунд покупается один продукт wellness, то я сейчас думаю, что в мире каждые 4 секунды покупается продукт wellness, и это самый продаваемый продукт. Все думают, когда листают каталог Oriflame, что где-то там помады, тушь, но на самом деле нет, нет, это продукты wellness. И смотрите, за 2014 год у нас было 139 тысяч баллов в нашей команде, или практически 5 миллионов продукции wellness мы покупали. За 2015 год это 365 баллов и более 12 миллионов мы покупали, да. За 2016 каталог, за 11 каталогов последняя информация, это 262 тысячи с половиной и практически около 10 миллионов. Вот чтобы вы понимали, насколько уникальный продукт, насколько мы его любим. И смотрите, такие результаты. В 10-м каталоге у нас было 16 тысяч баллов, да, в этом каталоге у нас уже 17 тысяч баллов именно продукции только wellness. Представляете вот себе сумму, да, вот ваша команда, вот представляете, вот сейчас представьте, закройте глазки, представьте вашу команду, вашу новую организацию, и каждый месяц, нет, каждый каталог, то есть если каждый месяц 829, 800, так, 829, 800 делим на 21, умножаем на 31 день, на миллион 220 тысяч, миллион 220 ваш маленький магазинчик продает только wellness-продукцию. Вы представляете, какие-то просто бешеный товарооборот? Вот тут, ой, там Oriflame, там wellness. Миллион двести. Миллион двести – это мы с вами покупаем наши продукты питания. Да, и у нас, вот казалось бы, да, 112 тысяч баллов. Это прибавило столько продукции wellness, да. И это всего лишь 22 продукта wellness, либо 11 человек приобретают себе комплектик. Что я первое достану, да, это вот из коробки wellness витаминчики, витаминки. Ну, в общем, вы сами понимаете, уже знаете, что это означает, вот эти вот цветные баночки. Ну, их в коробку. Я всем говорю, что если вы хотите супер рост, скопируйте, пожалуйста, вот этот вот слайд и рассказывайте двухминутную презентацию. Двухминутная презентация. Спросите, а если человек на завтрак, либо представьте, что вы едите на завтрак, два банана, яйцо, апельсин, полкочана капусты, 2 килограмма свеклы, авокадо, 3 стакана всяких там семечек, курага, грибы, полкилограмма клубники, запиваете все это 625 миллилитров молока. Вот как вы думаете, этот набор стоит больше, чем 130 рублей, да? Ну, естественно, конечно, больше, полкило клубники только стоит больше. И вы это все съедите, куда девает организм? Организм возьмет только 20 питательных микроэлементов, которые ему нужны, для того, чтобы эти элементы пошли в кровь. Все остальное не надо организму, соответственно, вы работаете на туалет. Да, компания Oriflame разрабатывала очень долгий состав, формулу, более 7 лет разрабатывала коктейль, потому что он состоит из белков и более 20 питательных микроэлементов для того, чтобы, когда утром вы просыпаетесь, у всех у нас кровь чистая, она пустая, потому что ночью проходит процесс восстановления клеток кожи, все клеток всего организма, клетки делятся, они растут. 300 миллиардов клеток обновляется ежедневно. Когда клеточки обновляются, клеточки состоят больше 50% сухой массы из белков. Так вот, если в ваши клетки поступают правильные белки и правильные микроэлементы, то здоровые клетки рождают здоровые. Соответственно, ваш организм самовосстанавливается. Если у вас больные клеточки, вы на завтра, когда у вас пустая кровь, едите неправильную еду, неправильные белки, у вас нет питательных микроэлементов, тогда клеточки рождаются ущербные, деформированные, а ущербная и деформированная клеточка, она никак не может рождать здоровую, она рождает сама себе подобных. Ну и вот, соответственно, вот так вот и происходит. Поэтому вот этот слайд, задумайтесь об этом. Этот продукт, набор продуктов стоит больше, чем 130 рублей. Так вот, ежедневный прием коктейля плюс витамины по подписке вам будет стоить всего 130 рублей.
Из этого можно сделать бизнес. Сейчас, конечно, показана идеальная картина, если бы все наши семьи покупали по набору wellness, да, коктейль плюс витамины, мы, наш супруг, дети, да, такой вот комплект состава на трех человек, может быть, это ваши родители, а может быть, это ваша подруга. Просто задумайтесь о том, что мы находим 30 человек, которые делают товарооборот ежемесячно на 250 баллов, фокусируемся. Либо это, например, делать товарооборот 3 продукта wellness, 50 человек. Либо, чтобы стать директором, это всего достаточно двух продуктов, но 75 человек вы находите. Да, в принципе, чтобы вы понимали, чтобы выйти на уровень директора с доходом примерно 25-35 тысяч, в зависимости от того, насколько так... показывает картинки, насколько товарооборот структуры идет, да, дальше, вот посмотрите, если бы мы говорили, может быть, написано первая, вторая, третья неделя и того, может быть, это у вас первый каталог, второй каталог, третий, неважно, но если вы будете фокусироваться на правильном питании, плюс понятно, что вы покупаете то, что вам необходимо по каталогу, да, шампуни все, туалетные водички, то, соответственно, вы быстро растете. Вот, вот, пожалуйста, вам показан пример, когда делал табличка дважды два, дважды два, дважды два, и вы можете квалифицироваться, если очень захотите, вот на подобную конференцию, но это будет три страны, это будет что-то, нечто, да, вы можете до 14-го каталога открыть квалификацию золотого директора. Если вы очень сильно захотите, если вас прижмет, если вы каждый день будете засыпать и просыпаться с мыслью, все ли я сделала для того, чтобы квалифицироваться на этот лайнер. Все мы с вами можем это сделать, но мы также можем упустить этот шанс. А потом говорить, да, ей повезло, да, вот там Лиля Большакова, у нее ресницы классные, вот она моргает, поэтому все регистрируются, у нее глаза большие, а у меня нет таких красивых глаз. Да? А может быть, там еще кто-то скажет, мне кто-то когда-то говорил, ну да, у Басюк же такие длинные ноги, вот, у меня нет таких длинных ног, поэтому там, или такой внешности, поэтому я не могу. Ну, ребята, ну что, мои ноги, я вам что, вам ноги свои показывать, какие у меня наградила природа? Нет, просто-напросто я, наверное, чуть больше хотела, или больше действий, или постоянно думала, у меня не получалось. Если кто знает мою историю, то я 5 лет не могла открыть квалификацию директора, но я шла, падала, шла, не получалось. Каждое лето у меня просто все практически уходили, я начинала заново, с нуля. И потом только до меня дошло, я перечитала там сотни книг, там, ну ладно, не сотни, но во всяком случае полка вот такая вот, да, там сколько, я не знаю, книг 30-40 я прочитала, изучила, и наконец-таки жетоны начали валиться. Вот, но вы видите, как приходят новые люди, они быстро растут. Когда вот еще, пожалуйста, пример, сейчас идет всероссийский wellness-прокачка, скажите, кто наблюдает за этим проектом? Всероссийская wellness-прокачка. Наверняка смотрите видео, да? И вот, пожалуйста, один из участников проектов, Аня Якимова, я постоянно показываю ее результаты. Смотрите, 7 новых старших менеджеров меньше, чем за 3 месяца в ее команде. И всех, смотрите, какой высокий процент wellness. Вы тоже это можете, если очень сильно захотите, будете фокусироваться и двигаться к этой цели. У нас... есть рейтинг бриллиантовой команды и выше, да, с уровнем бриллианта, когда полностью показывается доля wellness. Так вот, мы с вами всего лишь занимаем 27 место. В 8-м каталоге у нас было 27 место и 15,99% продаж wellness. В 9-м каталоге мы занимали 29 место и 19,19%. И в 10-м каталоге мы опять занимаем с вами 27 место, 17,97%. Вот. Не знаю, что будет в 11-м, но смотрите, ребята, мы с вами 27 место. Для того, чтобы нам дойти в топ-15, нам надо как минимум процент wellness 23,73%. Сейчас чуть позже будут слайды на команду, какой процент wellness у вас, чтобы вы понимали, да, и кто нас тянет вверх, кто вниз. Еще, конечно, минус нашей команды в том, что очень мало человек оформляет подписку Life Plus. Что это дает подписка? То, что вот у нас любая подписка дает 3 каталога подряд, вы получаете какой-то продукт, а 4-й он дает вам бесплатно, да, и, соответственно, 0 баллов. Если вы оформляете подписку Life Plus, то все 4 каталога вам насчитываются баллы, то есть 100 баллов или 151 балл. Да, твой идеальный вес. Это очень выгодно. Узнавайте у своих
лидеров, как именно оформлять такие подписки, чтобы каждый каталог у нас были баллы, и чтобы у нас не было провального каталога, когда 150 баллов вы берете, потом бац, 0 баллов wellness. То есть это тоже очень влияет. Вот. Далее. Лучшие результаты команд за 11 каталог по личному потреблению wellness. Опять же таки, представители от каждой команды вы видите, да, эта команда выдвигала своего лучшего представителя по личному товарообороту wellness. И топ-5 это Лопатов Сергей 213 лично баллов, Корнеева Бритова Нелли Сергеева 214 баллов, команда Плоектовой сама же Леночка 216 баллов, команда Волгова Светлана Васильева Наталья 226 и Журенкова Татьяна, сама лидер команды 553 балла. Wellness, отлично, да, и вы можете видеть, что в среднем, да, лидеры делают в каждой команде, ну, минимум там, 2 продукта wellness, ну, 2-3 продукта, да. И давайте посмотрим с вами рейтинг, процент. Каждая командочка посмотрела, запомнила свой процент. Часть команды нас тянет вверх, чтобы мы получали больше, более высокие результаты. Часть команды нас тянет вниз. И мы все никак не можем войти в топ-15 России по процентам продажи wellness. А на самом деле это ваше качество, насколько качественно вы проработали, насколько качественно с каждым консультантом пообщались на эту тему. И, конечно же, это не сразу будет, не сразу щелкнет. Кто-то через каталог 2-3, полгода, год приходит к этой продукции. Вот. И я хотела бы отметить, да, команда Терентьева Елизаветы, команда Плуэктова Елена, Госких Евгений, Корнеева Ольги, моя персоналка – это Мархленко, Марина Ахмерова, Анна Недорезова, Екатерина, Герман, Галина, 28,6, Горик, Елена, 28,76, Большакова, Лилия, 38,6, и Жиренкова, Татьяна, 42,78% wellness. Девочки, я вас поздравляю, у вас шикарные результаты, и большая часть лидеров нашей команды увеличила процент wellness продаж в этом каталоге. Молодцы, отлично поработали, поздравляю. И Журенкова Татьяна, у нас, у нее лично 342 балла, это только продукция wellness. У нас также проходит два проекта VIP wellness прокачка, две команды. Первая команда это, скажем так, те лидеры, которые уже в теме давно, а мы давно уже сидим не один год на wellness. Ну, конечно же, у нас у всех с вами, ну, у нас есть свои грешки, лишние сантиметры в талии, но мы все равно решили улучшить свое состояние, качество жизни. И мы за, подскажите, пятая неделя команды, ну, неделя, мы потеряли вместе 19 килограмм, либо практически 2% веса и практически 2% сантиметров талии. Ну, скажем так, чуть-чуть мы потеряли. Но у нас пришла вторая команда, которая, мы думали, что мы будем образцовые, что мы будем показывать лучшие результаты, но пришла вторая команда, и посмотрите, и она нас сделала. Она потеряла 27 килограмм, минус 2,2% веса и 3,1% сантиметров талии уменьшились. Да, поэтому вторая группа, кто пришел, нас сделал уже показатели, нас худышек, да, сделал. Да, поэтому надо как-то нам быстренько с первой командой посовещаться, что-то мы делаем не так. Да, что-то как-то более, да, крутышки. Вот. И давайте посмотрим рейтинг личных продаж. Также представители от каждой команды, лидерской команды. И топ-5. Это Константинов Кирилл 378 личных баллов, команда Волкова Светлана Наталья Васильева 385 баллов, команда Зайнудиновой Емила Гульнас 393 балла, в принципе Герман Галина и Артем это ее сын, 503 личных баллов и Журенкова Татьяна, наша звездочка, 728 личных баллов. В принципе, вы видите, что, если вы заметите, да, в принципе, 250 баллов лидеры могут делать, вполне могут делать. Опять же таки, мы вернемся к этим показателям. И наша звездочка, новая звездочка, сделала 728 личных баллов. И если мы посчитаем весь доход, это за каталог, если она так будет дальше продолжать делать, это более 22 тысяч в месяц. Ну, за каталог это 15 тысяч дохода. Что означает сержант?
Так, проехали, не буду говорить. И давайте вот здесь больше, можно сказать, лидерский слайд, но так как я финансист, я хочу вам показать такие показатели. Нам важно стремиться увеличивать все время, увеличивать средний балл, потому что мы можем с вами работать с меньшим количеством человек, но более качественно продать им, например, в команде Корнеевой, вот 3 балла. Назовите мне один продукт на 3 балла. Вот 3 балла. Давайте топ-24, 3 балла. Это в среднем, да, тушь. Да? Каждому своему знакомому рассказали о туше. И, пожалуйста, вы сразу увеличите товарооборот на 5,3%. Гонюк Екатерина практически тоже на 3 балла. 2,5 балла средний процент поднялся. У Елизаветы Терентьевой на 10 баллов поднялся средний заказ. Персоналка это 13-я моя команда, почти на 12 баллов, 11,56 баллов средний заказ поднялся. У Волкова Светланы чуть-чуть, у Герман Галины практически на 24 баллов поднялся средний заказ. У Филипповой Екатерины на 7,7. Смотрите, вот самый последний столбик. У Марухленко Марины на 19 баллов поднялся средний заказ и на 26,4%. Молодцы, качественно поработали. У Грачевой Ани на 2,5 балла. У Сологубовой Кристины команды практически на 15 баллов поднялся средний заказ. И у команды Полуэктовой на 15% средний заказ поднялся. Но смотрите, смотрите наших лидеров, наших звездочек, да, стремитесь, чтобы средний балл вашей структуры был более 100 баллов, да. Слагова Кристина 104, Саева Ирина 106 баллов, Санудинова Людмила 112 баллов, Полектова Елена 124 практически балла, Большакова Лилия 132 и Жунькова Татьяна 139 баллов. Молодцы, очень круто. Очень хорошие показатели, и надо к этому стремиться. И вот, чтобы вы понимали, какая средняя статистика и сколько людей нужно пригласить в компанию Oriflame для того, чтобы стать директором. Допустим, у нас, посмотрите, самые последние результаты. У нас в команде Сычевой Натальи 50 баллов, да? И вот это вот первая колоночка. Например, если ваш средний заказ 50 баллов по команде, то... вот этот ваш рост, например, вы фокусируетесь, где-то не дорабатываете с вашими знакомыми, и чтобы стать, грубо говоря, 121 человек, это даже не директор. Если вы фокусируетесь на 100 баллов, где мы видели, да, девочек, которых я перечисляла, то на пятый каталог вы можете, например, 121 человек, также приглашая 4, и тогда и там таблица умножения, да, вы 12100 баллов, вы директор, дохода 25 тысяч рублей, даже считаю здесь больше. А если фокусируетесь дальше, как, например, команда, вот у нас новые лидеры, да, 138, даже ближе 150, вы можете при том же количестве людей стать золотым директором. Смотрите, куда вы фокусируетесь, что вы делаете, на что делаете упор. И вот тоже я эту планерочку я показывала для менеджеров. Смотрите, если вы решили точно быстро стать лидером, да, быстро построить карьеру, квалифицироваться на различные там конференции, лайнеры, то научитесь делать 250 баллов. А как? Я чуть попозже расскажу. Первый каталог, вы лично делаете 250 баллов, раздаете каталоги, учитесь, да, можете меня закидать камнями, там, чем-нибудь, там, минусиками, чем угодно, там, что-то плохо, мы пришли сюда на личное потребление, но мы с вами должны понимать, что для любой компании, которая любая занимается, будь то это косметика или продажа автомобилей, путевок, а ничего, важен товарооборот, да, и чем мы быстрее, качественнее будем его создавать, чем быстрее, да, чем быстрее привлекать людей, тем быстрее у нас будет строиться бизнес. Москва слезам не верит, не надо плакать. Кто хочет быстро расти, я показываю результат. Кто хочет медленно расти, окей, это просто растянется на полгода, год, два, три. Итак, смотрите, мы делаем 250 баллов, приглашаем 3 человека, которые учим делать то же самое, фокусируем их на 250 баллов. И уже на второй каталог, если они повторят этот же результат, смотрите, вы выйдете, у вас будет 4000 баллов, вы выйдете на 15% уровень. И смотрите, вы уже, покупая продукцию Wellness, у вас будет на предоплату следующего заказа 7519 рублей.
Если вы научите трех ваших партнеров пригласить по три человека, у вас уже минусуется на 7519 рублей. Ваш заказ 250 баллов 9000, 7500 у вас минусовалось. Например, это вот, видите, набор продукции, я показала, это два набора коктейлей Wellness Pack практически. Понимаете? Это круто. Дальше два набора для мужа и для себя вы навсегда, вот создав только такой товарооборот, вы всегда себя обеспечите бесплатными продуктами. Понимаете, если вы, еще раз, вы 250 баллов пригласили 3 человека и каждого научили по 3, то навсегда, если люди будут делать вот эти наборы, ну, я имею в виду товарооборот, то вы себя обеспечите бесплатной продукцией на эти наборы. А здесь все понятно? Вдумывайтесь это, сфотографируйте для себя мысленный слайд. И если вы также этих людей научите приглашать по 3 также, то уже на третий каталог вы можете открыть квалификацию директора. Здесь показан подробный расчет, то количество баллов, которое сейчас действует, и вы на третьем шаге заработаете за 3 недели 28 тысяч рублей, да, и это будет у вас постоянный доход. Но четвертый каталог, если это идеальная картина, такой картины не будет. Мы сами прекрасно понимаем в сказке, сказка сказками, но у нас есть лидеры, которые за год открывают квалификацию бриллиантового директора в России. То есть, это 6 директорских групп. Пожалуйста, ребята, да, это уже как бы открывает за 8, за 12 месяцев 6 директорских групп. Они действуют примерно то же самое, есть такие люди. Кто, может быть, я очень хочу, конечно, чтобы в нашей команде такие были. Потому что если дальше продолжить эту табличку, эту таблицу умножения, да, то это порядка 46 тысяч рублей за каталог в месяц, около 70 тысяч. Если вы сфокусируйтесь на этом, научитесь сами делать 250 баллов и каждого своего партнера научить делать то же самое, вы можете очень быстро квалифицироваться на юбилейную золотую конференцию, у вас еще есть время, всего лишь до 14 каталога, 12, 13, 14, у вас 3 каталога есть для того, чтобы стратегически с командой, с вами, друзьями спланировать. Что вы для этого должны научиться делать 250 баллов? Хотите, покупайте для вашей всей семьи продукцию Wellness плюс косметика, да, либо покупайте по бюджету, что у вас есть, понятно, что сразу, да, вложить в себя и в свое здоровье не будет такого количества денег, поэтому просто-напросто организуйте покупку на один номер родные, друзья, соседи, тем, кому не интересен бизнес Oriflame. Ежедневно раздавайте каталоги, потому что чем больше вы раздаете каталогов, я всегда заказываю полный комплект, потому что это мои новые новички регистрации, потом их я подключаю в бизнес и онлайн, на онлайн-сопровождение. Вот. Ну, а также, как вы проводите сессии, мастер-классы, ну и на своем опыте, когда вы умеете делать 250, вот, например, завтра, послезавтра я сделаю это видео, очень, ну, запишу на мобильный телефон, расскажу, как я это делаю, свой личный товарооборот. Все это просто, это система, которая работает, система, которую внедряете в свои команды. И сейчас мы с вами посмотрим наши лидеры, кто у нас рос, кто показал отличный результат. У нас будет просто офигенные, потрясающие истории ребят, которых вот... Ну вот на самом деле я в шоке, я очень хочу их услышать вживую, я думаю, что это новое поколение, новые бриллиантики наши. И в 11-м каталоге у нас 70 новых 3%-ников, это личный товар, это групповой товарооборот 150 баллов, и 24 человека из них получают доход, то есть Тилт размещает заказы на 150 баллов. Я сейчас вывела это в виде таблицы, да, вы можете посмотреть ваших лидеров и фотографии наших партнеров. Да, я сейчас прочитаю быстро по именам. Эльмира, Ирина, Максим, Айгуль, Ирина. Сейчас пролистаю быстренько. Так, Элиза, Лиана, Валентина, Денис, Каролина, Анастасия. Потому что у нас очень много звездочек, и лучший результат, лучший новый трехпроцентник – это Сергеев Кирилл Александрович из команды Сологубовой Кристины. И следующее звание у нас
6% групповых 450 баллов, у нас 20 человек, и скидку получает 6 человек, кто размещает заказы на 150 баллов. Ирина и Рамиль из команды Журенковой, сразу два звания. Кузнецова Наталья, Мазунина Юлия, Величко Ирина из команд. Так, Ксения. Я могу ошибаться с фамилиями, поэтому... Так, и я бы хотела представить вам нового лидера Александра Полищук, которая только-только пришла, новичок, и сразу делает 418 баллов. Александра, пожалуйста, подключайся. Я хочу, чтобы эту новую звездочку услышала вся наша команда, брала с себя пример. Зовут меня Александра, фамилия Полищук, мне 34 года, я из города Стерлитамак. В прошлом я налоговый работник, с 12 года я в секретном отпуске нахожусь, я мама четырех детей, детишек. Вот. Ищу работы, когда я до ухода в секрет, я поняла, что нужно что-то искать свое, что наемный труд – это, в общем, не то, что я хочу, чтобы у меня было в жизни. Вот. И думать я начала уже тогда, что искала, что где. Предложений было, в том числе от представителя Арифлейма, много, но как-то никто не цеплял, что ли, я всем отказывала. И вот в конце, получается, 10-го каталога, уже буквально последние два дня было, Танюша Журенкова мне написала, как-то в ее манере, с шутками-прибаутками, как-то своими словами, она предложила: попробуй, ну, как-то так, почему бы нет, попробуй, я правда думала, почему бы нет, и подписалась. И тоже про баллы она мне не настаивала, не говорила, что там тут было 150 или сколько-то. И зашла, посмотрела все, что нужно, взяла там шампунь недели, коктейли решила попробовать. И как-то так вот набралась сумма. Вот. Потом уже, когда получил свой заказ, все попробовала, все понравилось. Всей семьей пьем коктейли, детишки витамины едят. Вот. Очень нравится, как влияет на организм и коктейли, и витамины, вот эти комплексные эффекты. Кожа кардинально изменилась. У меня потому что склонность к сухости кожи. Я практически сейчас не пользуюсь кремами, нет такой прям необходимости. Кожа улучшилась намного. Так, что еще сказать? В общем, что еще хотел пожелать тем, кто там думает, начинает, что вы не думайте за других. В том плане, то, что он пойдет, не пойдет, подпишется, не подпишется. Просто надо, я это сейчас точно поняла, тупо всем писать. Даже те, кто категорически против, так вы думаете. Нужно пробовать, стараться. И я думаю, если будет такой настрой положительный, все получится. У меня настрой такой. Надеюсь, что все тоже у меня все стоит задумываться. Вот. Вот. Что еще? Вот какие-то вопросы есть. Большое спасибо, Александр. Да, четверо детей. Я в шоке на самом деле. Да, вот один ребенок, вот я ее быстрее сплавила. Да, супер, отличный результат, отличного тебе роста. Давай в следующий каталог на 9%. И следующая у нас ступенька, это... Да, менеджеры 9% уровня, групповые 900 баллов. У нас 9 человек вышли на этот уровень, получается, нитку из них 6. Это, сейчас я смотрю, да, чтобы не пропустить наших девочек, кто будет выступать. Это Пушкарева Наталья и Ефремова Алена. Также новые 6-процентники, это у нас Липо Мария, Выдрина Зульфия. И также у нас получается, что лучший новый менеджер 9% уровня у нас Некрасова Светлана. Она, к сожалению, не может выступать, так как находится сейчас
вне города. Мы с ней, со Светланой, мы познакомились в Перми, когда я была на лайнере, была спикером, то есть тур у нас по Волге был. Вот, у нее, она имеет основную работу и давно хотела заниматься бизнесом, ну и, скажем так, ну и Юлечка ее пригласила в нашу команду, и через пару недель она только согласилась, потому что понимает, что ничего не теряла. Зарегистрировалась в марте, начала потихонечку брать продукцию, любимым стала продукция серии Novage, также брала продукцию витамины Wellness для детей, Нутрикомплекс, я все быстренько поверхностно, потому что у нас ограничено по времени. Вот, в прошлом каталоге у Светланы было достижение, она сделала на 200 баллов заказ лично, пригласила 5 человек, да, и начала рекрутировать, да, после вот встречи начала активно работать, да, и вышла на 9%. Эта веточка не спонсорская, кто знает, когда там кто-то там кому-то дарит регистрации, да, ветку строит. Светлана эту ветку построила вместе с Юлечкой, со своим вышестоящим лидером. Ее ближайшая цель – это выйти на уровень директора. Алена, пожалуйста, подключайся, либо перезагружайся, потому что мы хотим тебя услышать, хотим твою историю, тем более ты такая у нас красотка. Я очень люблю красивых девушек, ухоженных, потому что вот бренд команды, конечно же, нужно имидж, да, поддерживать. Очень жалко, что у нас Ирина Бузикова не выступает, потому что это тоже отличный результат. Вот, и ее результат, она лучший менеджер нашего проекта, ну, 9 новый менеджер, да, лучший, и среднемесячный доход, если посчитать, даже если становиться на этом уровне, это 11 500 рублей. Часто слышала о тебе, знакомая фамилия, в чатах мелькала, поэтому очень хочу с тобой познакомиться ближе. У нас следующая ступенька 12%, 1800 групповых баллов, 17 человек, 12 процентников, и скидку получают 5. Давайте посмотрим наших звездочек. Так, я сразу смотрю, кто выступает. И передаю микрофон Пушкаревич Лилия. Это лидеры из также с команды с Большаковой. Лилия, пожалуйста, бери микрофончик. Лилия, ты тут? Биулина Резеда, простите, вот так вот я коверкаю фамилию. У нас также новый менеджер Гульнар Латыпова, Нелли Шарипова. Какие созвучные фамилии. Так, Нелли, а у нас выступает Нелли Шарипова. Нелли, пожалуйста, бери микрофончик, будем знакомиться с тобой. Я вижу, что ты здесь. Это десяток, ничего страшного, опечатки на слайдах, это нормально. У Нелли 15%. Ох, ну вот, значит, какие слайды. Ну, поздравляем Сыркову Маргариту из команды, 12-й команды. Тоже все отлично, тоже думаю, надеюсь, что Марго скоро выступит. Она активно сопровождала, строила структуру, команду. Сейчас на время, на лето вышло небольшой, скажем так, отпуск. Сейчас опять начала активно работать с командой. У нас также новый менеджер Гульнар Латыпова, Нелли Шарипова. Какие созвучные фамилии. Так, Нелли, а у нас выступает Нелли Шарипова. Нелли, пожалуйста, бери микрофончик, будем знакомиться с тобой. Я вижу, что ты здесь. Ну, да, ага. Так, я из города Уфы, мне 34 года, замужем. В Орифлейм я тоже пришла не так. Ну, как бы недавно, 3 каталога, вот 4-й каталог пошел. Вот. В прошлом я рекламщик, работала, продавала рекламу. Потом 5 лет занималась совместными покупками. Уже об этом рассказывала. Вот. Ну, пришла я в Oriflame на человека. То есть Лиля Большакова мне предложила. И как бы мы знали, что Лиля лидер. И я все же пошла за ней именно. Вот 3 каталога я работаю, на 15% вышла. Ну, работать мне нравится, и вообще как бы мне не трудно. Это главное людям писать каждый день. Работаю я с теплым кругом именно, пока чужим я кому-то вообще еще ни одному, наверное, не написала, пишут сами мне. А сама я пишу только знакомым, друзьям, родственникам.
подружкам. Вот пока подписались только все теплые контакты именно мои. Когда теплые контакты закончатся, тогда начну я уже с другими людьми работать. Вот, ну, так, что еще рассказать? Ну, wellness подписка я тоже сейчас себе оформила и планирую, хочу как бы заниматься, предлагать ее побольше. Сами мы, я пью и витамины, и коктейли, мне очень понравились. Вот. Ну и личные баллы я и закрываю, в принципе, ими легко. Не набираю там кучу косметики, а вот в основном сейчас буду брать именно wellness и витамины. Так, ну в этом каталоге, как уже говорила, я 15%, хочу, конечно, в следующем выйти на 22%. У меня две хорошие веточки, которые девочки хорошо работают все. Вот. Главное найти 2-3 активных человека, которые будут развивать. И я стараюсь им помочь. Хочу, чтобы тоже они выросли. Вот. Ну и главное найти таких людей.